процедура закрытия физлица, она не сложная и она не трудоемкая. Человек подает форму 12 с паспортом, с кодом к нам, с оригиналом приходит. Вот. При наличии работающей программы мы все это сразу карточку вносим, сканируем, два экземпляра описи распечатываем, на одном экземпляре они забирают его себе и дальше идут налогов закрываться один. Значит, а дальше весь этот процесс действия нужно прошить, пронумеровать, отнести в архив. То есть на вот эти все бумажные моменты, естественно, времени не хватает. Около 100 человек в день приходит. Физически всех обработать невозможно. У нас отдел состоял из 5 человек до перехода с Министерства, с Управления юстиции на Славянскую Минскую Раду. При переходе 2 человек мы потеряли, должности были эти сокращены. На сегодняшний день в отделе по штатной численности 3 регистратора. Начальник отдела, она же государственный регистратор, и еще 2 регистратора. Значит, один регистратор находится в отпуске до конца этой недели, второй регистратор находится на больничном. Больше месяца я принимаю народ одну. Сегодня пришли, закрыли деятельность свою. Если нужно, завтра приходите и открываете. Процесс открытия, он тоже безоплатный. Ну, где-то 2-3 дня на это уходит. Потому что сегодня человек, допустим, подает документы на открытие. Сутки на обработку. Данные уходят все на Киев, на центральный сервер. Оттуда они возвращаются по фондам. Наши фонды местные обрабатывают. И человек может прийти получить выписку о госрегистрации. То есть открыться вообще не проблема, как и закрыться. Единственная проблема в очередях, потому что физически не хватает людей. Приостановить такого понятия нет. Это было до 2014 года. Да. Тогда можно было написать заявление и уйти на 2 месяца, там, собирать справки, либо передумать вернуться. Четко в законодательстве сейчас не написано. То есть, если человек зарегистрировал свою деятельность, он должен после нас сразу с документом идти в налоговую, приобретать там свидетельство платника податки, и он уже считается. Вот с момента внесения в реестр получается на описи дата, время посекундно выводится, но он является предпринимателем. Также закрыл он свою деятельность, я опись выдаю, говорю, все, я вас поздравляю, вы уже не предприниматель, ну, если человек захотел вести.